Добрый день! Мы безумно рады вас видеть вместе с нами! Несмотря на эту дождливую погоду, в нашем сердце радостно и светло, ведь в нем живет наш Спаситель Иисус Христос. Пойте вместе с нами, давайте прославим Его! Воскресе!
славим Господа, потому что Он достоин, чтобы мы открыли сердце свое, чтобы мы поклонились Ему в духе и в истине. Он Бог богов, Он Царь царей, и Он достоин, чтобы мы прославляли Его. Имя Его чудное, имя Его дивное, имя Его славное. Господь есть наш Целитель, и Он достоин, чтобы мы подняли высоко руки наши, чтобы мы воскликнули «Аллилуйя» Ему, чтобы мы провозгласили победу в нашей жизни в имени Его. Он достоин. Давайте петь, давайте кричать, давайте возносить имя Его святое. Thank you.
Господу! Господь достоин чести, Он достоин поклонения. И Иисус тот, который сказал о том, что Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Церковь – это столб и утверждение истины. Церковь – это мы те, которые собраны сегодня здесь. Церковь – это те, которые были искуплены драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. И мы, как церковь, будучи солью и светом, здесь для того, чтобы прославить, для того, чтобы превознести, для того, чтобы провозгласить Его победу, Его силу, Его могущество. И я приглашаю вас сейчас к молитве. Давайте в молитве придем к Богу. Богу скажем: Господь, благодарим Тебя. Отец, благословляем Тебя. Бог наш, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим имя Твое святое. Ты достоин славы, Ты достоин чести, Ты достоин поклонения, достоин хвалы. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, благой Господь, благодарю Тебя, славный, сильный Бог. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты искупил нас. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты нашел нас там, где мы находились во тьме, в грехе, в незнании, в неведении, в проклятии, в мучениях, в страданиях, в грязи. Господь, Ты там нашел нас и призвал нас. Призвал нас, Господь, для того, чтобы быть церковью Твоею. Призвал нас для того, чтобы быть влиятельными, для того, чтобы провозглашать о Твоей милости, для того, чтобы, Господь, нести Твою победу, Твою благодать, Твою милость тем, которые находятся во тьме, живут в неведении, в незнании. Отец, я благодарю Тебя. Господь, я благословляю Тебя и поклоняюсь Тебе. Благодарю Тебя, Отец, за Сына Твоего Иисуса Христа, который умер на кресте, который пролил кровь свою. Благодарю Тебя за то, что имеем мир сегодня с Богом через Тебя, Иисус, через страдания и жертву Твою, Господь, слава Тебе. Бог мой, честь Тебе, поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя, Отец, за Сына Твоего, за Духа Святого, за милость Твою. Господь, да будет имя Твое превознесено. Я молю и прошу Тебя, Господь, благослови нас, собравшихся здесь. Молю и прошу Тебя, Господь, наполни сердца наши присутствием Твоим. Молю и прошу Тебя, Господь, наполняй, Господь, нас Духом Твоим. Господь, прикасайся нас силой Твоей. Мы нуждаемся, Отец, в Тебе. Господь, Ты необходим нам. Я прошу, молю Тебя, благослови. Благослови каждого присутствующего, находящегося здесь, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Выше всех богатств, сокровищ.
Громкие аплодисменты. Он взял вину, он заплатил на кресте сполна для того, чтобы мы были оправданы, для того, чтобы мы были прощены, для того, чтобы мы были спасены, для того, чтобы сегодня мы были здесь, оценивая, понимая то, что сделал для нас Господь. Я рад приветствовать всех присутствующих сегодня на этом месте. Я приглашаю вас занять места. Рады видеть гостей, которые сегодня вместе с нами. Те, кто сегодня в первый раз, те, кто сегодня во второй раз, те, кто вернулись из других стран, приехали домой, приехали в гости. Это летняя пора, летнее время, когда мы ездим в отпуск, ездим в гости, когда к нам приезжают гости. Мы приветствуем всех тех, кто сегодня присутствует на собрании Церкви Филадельфии. Давайте мы поприветствуем наших гостей, пришедших в первый раз, во второй раз. Мы рады, что вы с нами. Желаем, чтобы Господь благословил вас. Желаю, чтобы это время, оно было приятным, было благословенным Господом, чтобы, уходя с этого места, вы ушли, будучи насыщенными, обогащены Словом Божьим. Пусть Господь благословит вас в этом. Сейчас на мониторе мы сможем просмотреть новости из жизни Церкви Филадельфии. В течение двух недель лидеры кружков для детей Церкви Филадельфия организовали занятия в дневном лагере школы «Антонин Урсу». Ежедневно около 80-90 детей были вовлечены в игры и мероприятия с морально-духовным содержанием. Дети были настолько рады этим кружкам, что некоторые из них посетили воскресные программы Церкви Филадельфии. Благодарим 17 добровольным лидерам, которые провели две недели своего отпуска для того, чтобы послужить детям нашей окрестности. Праздную вместе с 19 учителями нашего лицея, которые недавно сдали экзамен, организованным Министерством образования, и повысили свою дидактическую степень. Напоминаем, что наша школа является единственным христианским лицеем в Молдове, который находится в первой десятке лучших школ в стране по результатам бакалавра. Больше, чем диплом. Больше, чем лицей. Помогаем достичь новые вершины. Выбирайте теоретический лицей «Новый Илим». Зарегистрируйтесь на вступительный экзамен. Телефон 022-74-54-34. Для дополнительной информации заходите на сайт ilimolno.md. Приветствую вас и выражаю свою радость тому, что вы пришли сегодня сюда, на это место. Идя на собрание, наверняка вы обратили ваше внимание, что погода не совсем уж и хорошая, ненастная, но почему-то у меня в сердце, когда я вижу дождь, появляется радость. Хорошая погода? Хорошая погода. И даром говорят те, что сегодня плохая погода, что она плохая. Кому-то не нравится эта влажность повышенная, кому-то жарко и хочется быть более прохладной месте. Но то, ради чего мы здесь собираемся, оно превышает все те чувства нашего тела, которые есть у нас. И мы рады этому общению, которое на самом деле является очень ценным в нашей с вами
духовной жизни. Аминь. Поэтому после времени поклонения, времени, когда мы превозносим нашего Бога в пениях, мы приходим перед Ним в молитве, зная, что то, с чем приходим мы, то, как приходим мы, не является формальностью, потому что именно эта формальность и отличает настоящую веру, настоящие отношения от религии, которая, как мы знаем, слышали, является для народа чем? Опиумом. Но мы здесь не из-за того, что мы религиозны, но потому что мы верим Иисусу Христу. Аминь. Поэтому приглашаю вас сейчас молиться о нуждах. Имена людей, которых вы приносите в молитве, вывешены на экране. Наверняка здесь есть те, которые желают, чтобы о них помолились. Поэтому давайте поднимемся. Поднимемся и те, кто нуждаются и желают сегодня, чтобы за них помолились, вы можете выйти сюда наперед. И, возможно, есть здесь люди, которые ни разу не выходили, думая, зачем мне выходить вперед? Ведь я же могу и там помолиться. Да, вы правы. Но знаете ли вы о том, что чем ближе верующие друг к другу, тем горячее молитва получается у них? Поэтому мы призываем людей, которые имеют свои нужды, выйти сюда наперед. Здесь есть еще одна особенность. Здесь мы концентрируемся на молитве, на этом разговоре с Богом. Мы не находимся на своем месте, где мы можем отвлекаться на наших соседей, на тех, которые разговаривают, на тех, которые находятся в другом занятии. Но здесь мы просим, и все наше внимание нацелено именно на это, на то, чтобы Господь исцелил этих людей, кто находится в болезни и нуждаются в Твоей и моей духовной поддержке, за тех людей, кто находится в Афганистане, и их семья желает, жаждет, чтобы они вернулись обратно в эту страну. Молимся о мире в странах, где происходят военные действия. И не забываем о нашем брате Андрее, что он находится сейчас за рубежом, в стране, где люди не знают Бога, там чужие люди. И он также нуждается в том, чтобы мы поддерживали его духовно. Аминь. Молимся. Великий наш Господь, мы благодарны Тебе за эту живую надежду, которой Ты, Господь мой, окрыляешь нас. Благодарим и славим Тебя, великий Бог, за эту поддержку, которую Ты выражаешь также и в нашей духовной жизни, и в нашей материальной жизни, Господь. Благодарим и славим Тебя, великий Отец. Мы сегодня в единстве просим о людях, которые находятся в болезни, которые страдают сегодня своим телом. Прошу, Ты коснись своей рукой и исцели этих людей. Вдохни, Господь, в тела их здоровье, жизнь, для того, чтобы могли прославлять Тебя, радуясь исцелению. Прошу, благослови, Господь мой, сестру Елену, сестру Людмилу, Марию. Прошу, благослови Кристиана Барбосу. Прошу, наполни здоровьем их тела. И также просим за тех, кто сегодня вышел сюда. И также просим, чтобы Ты исцелил. Прошу, благослови людей. Прошу, благослови Твой народ, Господь мой. Прошу, благослови и разреши вопросы, которые, Господь, также сегодня беспокоят людей, которые вышли сюда. Прошу, ответь, поддержи, Господь. Мы просим об этом во имя Сына Твоего, Отец. Благослови. Также просим за наших сограждан в Афганистане. Освободи из этого плена и верни их в свои семьи, Господь мой. Прошу, благослови страны, где происходят военные действия. Благослови верующих людей там, на том месте, для того, чтобы смогли заявить о Твоей любви, показать ее, Господь мой. Прошу, благослови их в этом. Наполни эти страны миром Твоим, Господь мой. И также просим за Андрея, чтобы Ты благословил его, Господь мой. Прошу, благослови, Отец мой, и дай ему слово живое к людям, среди которых он находится. Защити его от плохих людей, Господь. Наполни его дерзновением, Господь мой. Благодарим Тебя за эту живую надежду. Слава Тебе и хвала, великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на
земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Прошу вас, займите места в зале и приглашаю вас заполнить формуляр коммуникации, который вы получили при входе в этот зал. Давайте мы заполним вместе, я прочту эти строчки, и вы запишите там информацию, которую необходимо для того, чтобы мы могли знать больше друг о друге, для того, чтобы мы могли знать то, что необходимо вам. Прошу вас, впишите вашу фамилию, имя и отчество, и те, кто является нашими гостями, мы бы хотели бы знать о вас. Поэтому прошу вас, отметьте в формуляре с правой стороны, что это ваш первый визит или это ваш второй визит. Мы как церковь желаем вам, нашим гостям, выразить огромное уважение и также это выражение подтвердить подарком, который желаем выслать вам по почте. Поэтому просим вас, оставьте чуть ниже остальную информацию для того, чтобы мы смогли успешно вам этот подарок выслать. Если вы желаете быть в курсе событий, вы можете также оставить свой электронный адрес. И еще одна просьба. Прошу вас, сообщите нам о том, откуда вы узнали о нашей церкви, вписав это в нижней части лицевой стороны этого формуляра. Если вы завершили запись, прошу вас, отложите в сторону, мы позже вернемся к заполнению второй части. А теперь Алина прославит Господа в пении.
эти истории, где мы улыбаемся, как дети, и парим, как будто ветер над просторами земли. Эти истории любви друг на друга не похожи, люди с разным цветом кожи. Кто-то изменил правила. Никто не хочет об этом говорить. Новые правила относительно свиданий, любви, брака. Я рад приветствовать вас, всех находящихся на этом месте. Особым образом приветствуем тех, кто с нами онлайн. Приветствуем составные части Церкви Филадельфии. Желаем, чтобы Господь благословил вас, благословил нас, присутствующих на этом месте. Меня зовут Короткий Андрей, я являюсь исполнительным пастором Церкви Филадельфии. И здесь, в Церкви Филадельфии, мы начали новую тему. Эта тема была представлена, новые правила касательно свиданий, любви и брака. Рассматривая эту часть нашей жизни, которая является очень важной частью жизни человека. Потому что первые 20 лет, 25 лет мы проводим, изначально проводим это время в семье, в обществе, в окружении нашей семьи. В дальнейшем мы проводим время в университете, проводим время среди наших коллег, одноклассников, в группе. Но в дальнейшем мы переходим к следующему этапу нашей жизни. Рассматривая взаимоотношения с противоположным полом, с мужчином, с женщиной. И то, что сегодня происходит в этом мире, и то, что окружает нас, далеко не является нормой, не является нормальным, не является естественным. И люди, подобно живущим в джунгли, выживая, рассматривая свои принципы, свой опыт, свою позицию, свои взгляды касательно жизни. И тогда, когда видишь то, что происходит, ты не понимаешь, что является правильным, а что не является правильным. И то, что было нормальным 10 лет назад, сегодня оно уже не является нормальным. И то, что было неправильным в определенное время, сегодня это воспринимается как чем-то правильным, нормальным. И тем самым, рассматривая тему взаимоотношений, взаимоотношения, они имеют важное значение в нашей жизни. Наша жизнь построена на взаимоотношениях. Эти взаимоотношения мы имеем в семье, эти взаимоотношения мы имеем в обществе, и эти взаимоотношения в свое время мы строим с нашим мужем, с нашей женой, с супругом, с супругой, и являются важными взаимоотношения. Важно в этих взаимоотношениях иметь правильное, ясное понимание. Мы уже говорили здесь, на служении, мы говорили о том, насколько важно иметь счастливый брак. Брак на всю жизнь. Рассматривая эту перспективу, рассматривая серию, которая представлена в Церкви Филадельфии, новые правила, как правило, касательно свиданий, касательно любви, касательно брака. Рассматривая эти правила, рассматривая эти принципы, если начинаем применять, руководствоваться в нашей жизни этими принципами, мы на самом деле получаем счастливый брак, являемся счастливы в взаимоотношениях. Некоторые критикуют и рассматривая происходящее, но не имея перспективы, рассматривая свою дальнейшую жизнь, не имеет правильного понимания. И поэтому в Церкви Филадельфии рассматриваем Божьи принципы.
рассматриваем правила, которые оставлены Богом, которые действуют, которые несут счастье, которые несут успех. Кто из вас хочет иметь счастливый брак? Кто хочет жить счастливым, быть счастливым в своих взаимоотношениях с своим мужем, своей женой? Здесь есть такие? Все мы хотим быть счастливы в наших отношениях с супругом, с супругой, находясь в браке, или же подготавливаясь к тому, чтобы быть в браке. Естественно, мы рассматриваем счастливый брак, рассматриваем долгосрочные отношения. И мы уже говорили о том, что рассматривая нас, рассматривая других людей, и многие, готовясь к браку, рассматривая свою дальнейшую совместную жизнь с мужем, с женой, готовясь к браку и знакомясь, они ищут подходящего человека. В прошлое воскресенье мы уяснили, вместо того, чтобы искать подходящего человека для своей жизни, будь ты подходящим человеком. Мы разрушили тот миф о подходящем человеке. И некоторые говорят, я ожидаю принца на белом коне, чтобы у него карманы были полны денег, и вот тогда, когда я его встречусь, я обязательно выйду замуж, я обязательно скажу ему «да», и мы вместе пойдем по жизни, у нас все будет хорошо, будет просто как в сказке, как в прекрасном романе. Но в жизни не все так происходит. И не всегда приходят в нашу жизнь все подходящие люди, или же рассматривая, руководствуясь этим мифом, мы можем разочароваться, потому что мы, не работая над собой, не работая над своей жизнью, не работая над своими качествами, не работая над своим характером, если он подходящий, и он такой, но если я не таков, и я являюсь неподходящим, могут ли быть у нас нормальными взаимоотношения, можем ли мы быть успешны в нашем браке, в наших отношениях, и мы уже говорили, вместо того, чтобы искать подходящего человека, начни, становись, делай что-то для того, чтобы ты был подходящим человеком, для того подходящего человека, которого ты ищешь, рассматривая брак. Некоторых брак, он выглядит таким образом. То есть они несчастны в своей семье. Они как собаки, да, лаются, кусаются, ссорятся, мирятся. И порой брак и взаимоотношения, они выглядят подобно тому, что мы видим на этом изображении. Как две собаки, а более того, как кошка с собакой. Но, естественно, здесь, находясь и рассматривая, говоря о новых правилах в браке, мы не хотим, чтобы наш брак выглядел, не хотим, чтобы наш брак выглядел таким образом, и мы страдали и были несчастны, несчастная семья. Мы хотим, чтобы наша семья была счастливой. Мы хотим, чтобы наши взаимоотношения не были прекрасными. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца, из года в год, чтобы наши отношения в браке, они усиливались, улучшали, чтобы мы лучше понимали друг друга, лучше могли поддерживать друг друга, чтобы наши отношения, они были крепче. Но для этого нам необходимо начать что-то делать. Если ты готовишься к браку, вместо того, чтобы искать те качества, за которого ты желаешь выйти замуж или на котором желаешь жениться, рассмотри свои качества, рассмотри свой характер. И мы говорили о тех качествах, Божьих качествах, те Божьи качества, те качества, которые предлагает нам Бог, которые мы находим в послании, в первом послании к Коринфянам в 13 главе, о тех качествах любви. В Библии любовь представлена в форме глагола. Само слово «любовь» относится к глаголу, к действиям. И любовь, она состоит из качеств. И мы говорили, не завидует, долго терпит, милосердствует. И все те качества, которые мы перечисляли, которые мы рассматривали, которые необходимо развивать, которые необходимо формировать в нашей жизни. Начни эти качества формировать в своей жизни, приготавливаясь к браку. Становишься ли ты тем человеком, которого ищет человек, которого ищешь ты из послания Коринфянам? Мы говорили о тех качествах, которые необходимо начать вырабатывать, развивать в нашей жизни, вступая в взаимоотношения. Приготовь себя, рассмотри то, как ты поступаешь, рассмотри то, как ты мыслишь, рассмотри, из чего состоит твоя любовь, из
похоти, из страсти или же из черт характера, из действий, состоит из той божественной любви, которая повествуется, которая открыта нам в Библии. Сегодня мы говорили о том, что мы будем говорить между нами мужчинами. Но позволяем или говоря между нами мужчинами, мы даем возможность и женщинам, которые вместе с нами, чтобы они слышали, чтобы они могли знать о том, что касается нас или что необходимо нам практиковать, как нам необходимо поступать в наших взаимоотношениях по отношению к женам, по отношению к девушкам, по отношению к женщинам, которые есть вместе с нами, которые, с которыми мы создали семью или вступаем в брак, важно рассматривая наши отношения. Сегодня важно понять, что общество, мужчины на женщину смотрят, представляют, обсуждают, воспевают, как будто она является предметом, является каким-то товаром, который оценивается в сравнении с другими товарами. Более того, есть люди и мужчины, говоря сегодня между нами, мужчинами, мы мужчины, порой рассматриваем женщину как предмет, который можно заменить другим предметом. И поэтому, поэтому происходит то, что происходит в контексте, в обществе, в окружении. Мужчины рассматривают женщин как вещь, как предмет. Попользовались, оставили, попользовались другой женщиной. Это неправильная перспектива, неправильное понимание. Рассматривать женщину как товар, как предмет, который можно заменить другим. Но также то, что можно увидеть сегодня, это то, что женщины подают определенные сигналы, есть сигналы от женщин, где женщины говорят мужчинам: возьми меня, используй меня, передай меня дальше. И это плохо, представлять себя таким образом по отношению к мужчине. Давайте сегодня разберемся, рассмотрим наши отношения, мы мужчины. Здесь есть мужчины? Здесь есть мужчины. Слава Господу за мужчин, которые здесь есть. Давайте мы разберемся. То, как мы относимся сегодня к женщинам, как мы смотрим сегодня на женщин. Как мы сегодня представляем женщин. Смотря на женщин, женщины представляют, обсуждаем, воспевая, как будто она является предметом, как мы относимся. Женщины, представляете ли вы себя по отношению к мужчинам как вещь, как определенный предмет, которым, возможно, можно попользоваться, бросить, заменить другим? Как вы сегодня представляете себя мужчинам? Мужчины, как вы смотрите сегодня на своих жен, дочерей, на тех подруг, с которыми желаете создать семью, идти в дальнейшем совместно по жизни, контекст и общество? Рассматривая историю, рассматривая различный период времени, люди, мужчины рассматривали женщину с пренебрежением, чем-то вторым, относились как к предмету, как к вещи. И происходит то, что происходит, и вы, женщины, не подавайте, не представляйте себя. Не будьте предметом в руках мужчин. Не позволяйте им пользоваться собою. Мужчины, не пользуйтесь, но рассмотрите перспективу Божью, которую представляет нам Бог. Рассматривая первое послание Петра, 3 главу, 7 стих, здесь Бог, Он обращается к нам, к мужчинам, и говорит: так же и вы, мужья, мужчины. Здесь есть мужчины? Здесь есть мужчины. Здесь есть мужья? Здесь есть мужчины. И рассматривая сегодня мужчин, мужчинами вы стали тогда, когда вы родились. Вы родились мужчинами. Но рассматривая сегодня мужчин, также мужчине необходимо стать, вести себя как настоящий мужчина. И вот Бог обращается к нам, мужьям, мужчинам, говоря о том, что так же и вы, мужья, так же и вы, мужчины, те, которые хотите вступить в брак, те, которые находитесь в браке, так же и вы, мужчины, обращайтесь. Каким образом обращаться? С женщинами, с женами нашими. Благоразумно. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Бог обращается, и Он говорит о том, чтобы мы почитали, чтобы мы относились с честью, с уважением, с почтением, не с непренебрежением,
не как вещи, не как предмету, не используя и не пользуясь, но рассматривая женщин, чтобы мы поступали благоразумно, чтобы мы поняли, что они слабее нас физически. По этой причине не будем употреблять, использовать нашу силу. Если у тебя есть мускулы, если ты физически крепче, это не для того, чтобы унижать и издеваться над своей женой, над женщинами, но это для того, чтобы ты мог содержать свою семью. Чтобы ты мог вдвойне работать и там показать свою силу, содержа свою семью, свою жену, своих детей. Для этого тебе дана такая конструкция твоего тела. Не для того, чтобы издеваться, не для того, чтобы пренебрегать, не для того, чтобы бесчестить, не для того, чтобы поступать неразумно, но для того, чтобы содержать, для того, чтобы поступать благоразумно, для того, чтобы понять, что она слабее тебя, используя свою силу в правильном направлении, оказывая честь. Оказывая честь тем, кто хорошо выглядит, оказывая честь тем, кто образован, тем, кто понимает, что говорит, оказывая честь тем, кто занимает, к тем женщинам, которые занимают какую-либо позицию в обществе. Некоторые могут подумать, ну да, по отношению к таким мы можем оказывать честь. Но здесь апостол Петр, он не говорит о том, чтобы оказывать честь каким-то особенным женщинам. Вне зависимости от того, образовано, не образовано, вне зависимости от того, какую социальную позицию занимает женщина, Бог призывает через апостола Петра к тому, чтобы мы поступали благоразумно, включали наши мозги, думали тогда, когда поступаем, ведем, говорим, как мы поступаем, как мы ведем, что получится в результате этих действий, в результате этих решений. Заинтересован ли я в том, чтобы моей жене, моей подруге, той, с которой хочу создать семью, будет в результате моих действий хорошо или плохо, чтобы мы включали, использовали наш разум, поступая разумно, благоразумно, понимая, что они слабее, немощнее, понимая, что они не могут дать сдачи, понимая, что физически они слабее, и то, что дано тебе физическая сила, дано не для того, чтобы издеваться, для того, чтобы избивать или как-то пренебрежительно относиться и доминировать над своей женой. Мы говорили о том, что необходимо вырабатывать в себе качество, заслуживать благорасположение, служить посредством любви, завоевывать. И тогда, когда мужчина любит свою жену, тогда, когда мужчина служит, тогда, когда мужчина своей стороны оказывает честь, почитает, оказывает уважение и жене, и женщине в свое время, и ей приятно и хорошо находиться с таким мужчиной, слушаться, быть руководимой, но в момент, когда мы пытаемся другим образом как-то руководить нашими взаимоотношениями в семье, естественно, в результате такого руководства, таких действий, оказываемся мы несчастны, страдает наша жена, страдают наши дети. Апостол Петр призывает нас, мужчин, мужчины, рассмотрите правильно ваших жен, рассмотрите правильно женщин, обращайтесь благоразумно, поймите, что они слабее, и поддерживайте, окажите им помощь, оказывая им честь, вне зависимости от того, кем является женщина. Если она является женщиной, оказывайте ей, она не второсортная, она не предмет, она не вещь. Она мать наших детей, это наши матеря, это наши жены, это те, с которыми ты намереваешься прожить жизнь. Поэтому рассмотри свое отношение, рассмотри свою позицию, рассмотри то, как ты поступаешь и то, как ты себя ведешь по отношению к женщине. Не пренебрегайте и не умаляйте их, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной или же вечной жизни. Петр продолжает, и он говорит о том, что на небесах, рассматривая перспективу Божью, они являются сонаследницами, как и мы, мужчины. На небесах Бог видит нас равными. И Бог говорит о том, что мы будем на равной позиции, на равном уровне на небесах в Царстве Божьем. Как мы, то есть мужчины, как женщины, они настолько же, все мы возлюблены, настолько же в равной мере Господа, и на небесах мы будем занимать равную позицию. По этой причине мы здесь, на земле,
должны оказывать честь, относиться с уважением к нашим женам, к женщинам, к матерям, к дочерям, к женщинам, которые окружают нас, понимая, оказываем честь как сонаследницам благодатной жизни. Это изображение представляет двоих, которые надели перчатки, и они готовы вступить в схватку, в бой. Совет женщин, женщины, не вооружайтесь таким образом против мужчин. Не пытайтесь решить силы, не применяйте силу, не используйте силы, потому что проиграете в этой битве, в этой схватке. Вы понимаете, что мужчина, он сильнее. И, возможно, есть некоторые женщины, которые смогли бы противостать физически своему мужу. И есть мужчины, которые подобно женщинам ведут себя и выглядят. И поэтому, рассматривая подобную картину изображения мужчины, не надевайте перчатки, не используйте свои силы для того, чтобы показать, продемонстрировать на женщине, на том, кто слабее. Не используйте свою силу для этого. Используйте свою силу для того, чтобы содержать семью. Для того, чтобы в семье был достаток и избыток. Для этого вам даны мускулы. Для того, чтобы больше работали, для того, чтобы больше трудились, для того, чтобы лучше содержали ваши семьи. Женщины, не используйте этот путь, потому что проиграете. Если вы вовлечетесь в этот спарринг, возможно, вы проиграете. Поэтому не поступайте неразумным образом. Мужчины, не используйте свою силу для того, чтобы показать или помериться своими силами своей женой. Ранее мы читали и говорили о том, что они женщины слабее, поэтому с нашей стороны ожидается поддержка, ожидается помощь, ожидается понимание. И там, где физически жена не справляется, тебе даны силы, чтобы помочь, поддержать физически. Оказываем честь как сонаследницам благодатной жизни. Пред Богом мужчины и женщины равны, они сонаследники. Сонаследницей являются женщины. Каждая женщина должна быть уважаема. Начни проявлять уважение, мужчина. Если ты здесь, мужчина, муж, начни уважать свою жену, начни проявлять уважение по отношению к женщинам. Этого требуется от тебя. Это одно из правил для того, чтобы быть счастливым в жизни своей, в своих взаимоотношениях, в своей семье по этой причине. Рассматривая взаимоотношения, рассматривая любовь, рассматривая брак, начни уважать, начни правильно смотреть на женщин. Для этого необходимы две вещи. Для того, чтобы правильно рассмотреть, правильно начать воспринимать, относиться к женам, к матерям, к дочерям, к женщине, необходимо, чтобы произошли две вещи на уровне нашего разума, на уровне наших действий. Во-первых, обнови свой ум, чтобы думать иначе. В твоих отношениях, в твоей семье, возможно, жена молится и говорит: «Господи, ну обнови, поменяй что-то в его мозгах, в его разуме, чтобы он начал иначе поступать, чтобы иначе начал мыслить, иначе вести себя в отношениях, в семье. Обнови свой разум». Обнови свой ум, чтобы думать иначе, нежели так, как думает общество. Еще раз, люди живут как в джунглях, у каждого свои правила, правила выживания. Общество и нормы, которые в обществе, они не являются для нас примером для подражания, потому что люди несчастны в этом обществе. Послушайте, что они поют, послушайте о том, о чем они говорят, рассмотрите, что происходит в их жизни. Они несчастны. Потому что нет норм, потому что нет правил, потому что нет понимания, потому что нет ясности, потому что все просто размазано, и каждый живет так, как он считает нужным, правильным, и в результате проигрывает, в результате несчастен, и поют о той разбитой любви, о тех несчастьях, о тех бедах, о тех страданиях, в которых находятся, рассматривая наши отношения, рассматривая наши семьи. Если ты вступаешь в взаимоотношения, если ты желаешь жениться, ты дружишь, встречаешься, готовишься к браку. Обнови свой ум, начни думать иначе. Рассмотри свою подругу, рассмотри свою жену как сонаследницу, как равную тебе. Она ничем не меньше тебя, она ничем не хуже тебя. То, что тебе дана сила, дана для того, чтобы работать больше, для того, чтобы содержать семью.
не для того, чтобы пренебрегать, не для того, чтобы доминировать, не для того, чтобы уничижать жену свою. Во-вторых, тренируй свой ум, чтобы вести себя иначе. Тренируй свой ум. Рассматривая сегодня эти аспекты, рассматривать аспекты тренировки своих действий, тренировать себя, прими решение. Сегодня решение больше шутить над блондинками, у кого волосы белого цвета. Есть много анекдотов, много рассказов, много историй. И мужчины тогда, когда встречаются, они шутят о блондинках. Очень серьезно. Прими решение. С сегодняшнего дня не шути блондинок. И более того, вместо того, чтобы не шутить, не позволяй другим шутить. Еще раз, не шутите на тему блондинок. Видя женщину, которого волосы белого цвета, не пренебрегайте, не уничижайте. Не относитесь как к предмету, как к вещи, как что-то второсортное или менее способное, чем ты. Еще раз, не уничижайте. Оказывайте честь. Не шутите на эту тему. Знаете, рассматривая сегодня геноцид, рассматривая массовое убийство евреев, во время Второй мировой войны, знаете, что делал Гитлер изначально? До того, как начал расстреливать в концлагерях, убивать евреев, изначально он говорил плохо о них. Он призвал нацию, Германию и всех людей, все общество, говоря плохо о евреях. И потом, спустя время, он их расстреливал, он их сжигал, они умирали в концлагерях. Все начиналось с слов. Поэтому не позволяй сегодня говорить о женщине плохо. Мужчина, ты здесь? Если ты согласен со мной, скажи аминь. Мужчины, говорят только мужчины. Аминь. Слава Господу. Господь, помоги нам в этом. Не пренебрегаем женщины. Не говорим о них плохо, ни о блондинках, ни о ком другом. Но рассматриваем с почтением, с уважением в наших взаимоотношениях, понимая, и говоря о них, что они, понимая и рассматривая их, что они являются человеками, являются таким же человеком, как и ты. На румынском языке и порой слышишь шутку, когда говорят «мержи ун омшо фемеи», то есть идет человек и женщина, если перевести, то есть как будто женщина не человек, то есть не позволяйте себе так шутить, они такие же люди, как и мы. Не пренебрегайте, рассматривайте правильно. Они такие же, как и мы. На небесах не будет никакой разницы. На небесах мы будем равны. В равной мере мы наследуем Царство Божье. Скажите, кто лучше всех учились в школе? Мужчины или женщины? Женщины. Поэтому давайте мы поймем, что не прямо все так выглядит, как нам кажется. Иногда мы пренебрегаем и обсуждаем, но в школе из всего класса можно было увидеть одного-двух парней, которые учатся на отлично, а девушек в основном одну-две можно было увидеть, которые немного пренебрежительнее относятся к учебе, но они всегда были впереди относительно учебы. Значит, поэтому давайте научимся уважать, научимся почитать. Обнови свой ум, начни думать иначе, тренируй свой разум, рассматривая блондинок, не шути на эту тему, не позволяй другим шутить, избегай этот контекст. Во-вторых, давайте согласимся, мужчины, во-вторых, откажись от порнографии. Мы говорили о том, что сегодня мы будем говорить между нами мужчинами. Во-вторых, откажись от порнографии, перестань. Последствия являются ужасными, являются пагубными в ваших отношениях, в вашем браке. Представь себе картину. Ты любишь девушку. Для того, чтобы усилить ваши взаимоотношения, ты организовал романтический ужин при свечах в
все просто на высшем уровне. Ты пригласил ту, которую любишь, и вы вместе поужинали, и все прекрасно, в прекрасной атмосфере, красивая музыка, и в конце, уже заканчивая этот вечер, ты говоришь: дорогая, ну, чтобы усилить наши отношения, я как бы своих, я смотрю, я пользуюсь порнографией, вот как бы это поможет нам в наших отношениях. Скажите, как отреагирует та, которую ты любишь? Возможно, тебе нужно будет защищаться или же убегать и больше не видеться. Сегодня это является проблемой. Некоторые, думая, рассматривая эту часть, думают, что это помогает как-то им в взаимоотношениях. Но есть минимум три основные проблемы. Смотря сегодня и пользуясь, это является, во-первых, это является разрушительным ваших отношений. Во-вторых, это ломает твою жизнь. В-третьих, это является грехом пред Богом, является мерзостью. Почему? Потому что настоящее тело, тогда, когда ты смотришь что-то виртуальное где-то там в интернете, где-то там в телевизоре, и тебе кажется там все настолько идеальным, совершенным, на самом деле у тебя формируется в твоем разуме, в твоем понимании, что настоящее тело, тело твоей жены имеет изъяны, имеет недостатки. А вот то, что я вижу, это является совершенным, не понимая то, что представляет тебе медиа. Это фотошоп. Это искусственно, это фильм, это неправда, это иллюзия, но оно формирует гнилое понимание, неправильное понимание и мышление. Поэтому отрекись, оставь, перестань это делать. Во-вторых, будучи зависимым или же пользуясь порнографией, ты понимаешь, что одно тело не является достаточным для тебя. Одно тело имеет определенные изъяны, не является достаточным. Опять же, неправильное понимание, греховное понимание. Отбрось, перестань это делать в жизни своей. Какая из жен, какая из женщин позволит или захочет, чтобы муж, тот, который она желает создать семью, чтобы он был зависим от порнографии, чтобы там он смотрел примеры для своей дальнейшей совместной жизни, послушал и несчастный. Если рассмотреть последствия этих поступков и действий, они являются ужасными, разрушительными. То, что происходит в этом мире, в этом обществе. Не просто говоря о духовном, но говоря и о физическом, говоря и о душевном. Знаете, нет больше грехов, как грехи, связанные с нашей интимной жизнью, с нашей сексуальной чистотой. Нет более тяжких грехов, потому что эти грехи, они касаются нашей души, касаются нашего тела и приносят ужасные последствия. Поэтому храните себя в чистоте. Рассмотрите в своей жене, в своей подруге ту, с которой будете совместно жить, рассматривая стандарты, определенные Богом для вашей семьи, для ваших отношений. В-третьих, если ты зависим от порнографии или же ты там, тело, ты формируешь со временем в своем разуме понимание, что тело твоей жены имеет изъяны и не является достаточным. Отрекись сегодня. Прими сегодня решение перестать пренебрегать женщиной. Перестань говорить плохо о блондинках. Во-вторых, отрекись, перестань смотреть порнографию. Рассмотри эти два важных аспекта. Пусть слышат наши жены, женщины, которые с нами, те, с которыми вы в дальнейшем думаете создать семью и идти по жизни вместе. Храните себя. Храните, потому что последствия являются ужасными. Последствия являются страшными. И некоторые люди оказались в больших проблемах только потому, что не могли понять этот принцип, это правило для своей жизни. Правило избегать. Избегать все то, что каким-либо образом вредит вашим взаимоотношениям. Это пагубно и первое, что может разрушить ваши взаимоотношения. Рассматривая эту тему, которую мы открыли сегодня, мы говорили о том, что нежели искать подходящего человека, будь ты подходящим человеком. Рассматривая женщин, мы мужчины, давайте начнем уважать женщин. Давайте относиться с почтением, с честью. Не будем использовать наши силы для того, чтобы показать нашим женам, какие мы сильны. Не для этого. В труде, в работе покажи, насколько ты силен. Там прояви себя.
Для этого тебе даны силы, для этого даны тебе мускулы, чтобы там быть более эффективным в физической работе, в физическом труде. Перестань сегодня слушать анекдоты, говорить анекдоты, слушать то, что является пренебрежительным. Отрекись, остановись от того, чтобы использовать порнографию и находиться там. Пусть Бог поможет нам в этом. Сегодняшнюю проповедь, а также проповедь, которая звучала в прошлое воскресенье из этой серии проповедей «Новые правила» касательно отношений, любви, брака, вы сможете найти на сайте Церкви Филадельфии. Сейчас я приглашаю вас, возьмите формуляр, который вы получили, и вместе мы заполним формуляр с обратной стороны. Рассматривая сегодняшнее решение, я приглашаю тебя принять решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Посвяти свою жизнь Иисусу Христу. Прими решение принять водное крещение, которое будет преподаваться здесь, в церкви, в месяце сентября, 24 сентября. Прими это решение сегодня на служении. Также прими решение не презирать противоположный пол. Прими решение развивать уважение по отношению к женщинам, противоположному полу. Как женщина к мужчине, так мужчина по отношению к женщине. Уважайте друг друга. В-четвертых, прими решение участвовать на следующие два воскресенья здесь, в церкви Филадельфии. Заполняя формуляр с правой стороны, если желаешь стать частью одной из команд «Мечты отметь» формуляре, мы созвонимся, подскажем, расскажем, что необходимо сделать для этого. Если желаешь перейти в церковь Филадельфию, также отметь, мы сможем объяснить, созвониться с тобою. Если желаешь поговорить с кем-то из руководителей церкви, отметь формуляре. В нижней части формуляра ты можешь записать свои вопросы, предложения, молитвенные нужды. Мы говорили о том, что в церкви Филадельфии приготавливается из молодежи, из сестер, братьев, из верующих людей команда подготавливается для того, чтобы выехать в следующие дни, выехать на миссию. Мы молимся за них, а также мы сегодня будем совершать специальный сбор. И у вас формуляр также состоит из конверта. В этот конверт мы будем вложить наши пожертвования, десятины, а также рассматривая миссионерское служение. Конкретно сегодня будем жертвовать на миссию в Африке для команды, которая отправится в эту страну, а также добровольные пожертвования. Но перед этим я приглашаю вас, давайте посмотрим видеоклип с презентацией служения, которому готовятся наши братья и сестры. Церковь Филадельфия отправляет миссионеров в Африку. В августе команда молодых людей из нашей церкви едут на миссию в Мозамбик. Некоторые из них были на миссии в прошлом году, а другие будут впервые. Первые 10 дней они будут служить детям из приюта Пембы и заботиться о женщинах и детях из этой местности. Помолимся о команде, которая 2 дня будет находиться в джунглях, проповедуя Евангелие племенам. Они будут ночевать в палатках. После команда отправится в Накалу, где будут участвовать в организации конференции для молодежи и будут евангелизировать детей из этой местности. Не будем терять возможность поучаствовать духовно и финансово. Будем радоваться возможности вкладывать в спасение душ на африканском континенте. Сегодня у нас специальный сбор. То, что мы жертвуем на Африку, пойдет на служение наших братьев и сестер. Давайте мы будем заинтересованы спасением и тех людей, которые еще не знают о Господе Иисусе Христе. Есть люди, которые могут физически отправиться, есть люди, которые могут молиться, есть люди, которые могут участвовать финансово. Я думаю, что все могут молиться и участвовать финансово. Рассмотри столько, сколько можешь ты пожертвовать для этого служения. Возьми свой дар, возьми свое пожертвование, положи в этот конверт и запиши, к чему относится эта сумма денег, пожертвованная тобою. Я приглашаю вас сейчас, давайте мы поднимемся для молитвы. В молитве мы попросим, чтобы Господь благословил сегодняшнее решение, чтобы помог нам в отношениях, по отношению к нашим женам относиться уважительно и избавиться от вещей, которые губительно, разрушительно влияют на наши взаимоотношения, на нашу жизнь. И то, что сегодня положили в эти конверты, и попросим, чтобы Господь благословил, умножил и употребил для спасения многих людей, которые еще не знают о Господе Иисусе Христе.
Отец Небесный, мы благословляем Тебя, Господь и Бог наш. Мы благодарим Тебя за милость Твою, благодарим Тебя за благодать Твою, благодарим Тебя, Господь, за любовь Твою, благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты совершаешь, за все, что Ты даешь нам, Господь, за все, в чем Ты благословляешь нас. Господь, Тебе честь, Тебе слава, Тебе благодарение, Тебе хвала, Господь наш. Я молю и прошу Тебя, благослови сегодняшнее решение. Помоги нам, Господь, относиться уважительно к противоположному полу, мужчинам, женщинам, состоясь, находясь в браках, в отношениях. Боже, прошу Тебя, дай уважать, почитать, относиться как людям, как тем, которые были сотворены по образу и подобию Твоему. Прошу Тебя, как сонаследницам Божьим, Отец, благослови. Молю Тебя, Господь, дай нам, Боже, правильное, четкое, ясное понимание взаимоотношений. Молю Тебя, Господь, чтобы Ты благословил братьев, сестер, команду, которая готовится на миссию. Употреби, Господь, благослови, Отец. Прими, Господь, дары, сегодняшнее пожертвование, сегодняшние вклады, то, что сегодня жертвуется. Прошу Тебя, благослови. Благодарим Тебя, Господь. Превозносим Твое имя, Тебе воздаем всю славу и честь. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Берем формуляры, ручки и опускаем в специальные ведра для сбора. Живляет царство.
славного Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божьего, от Отца, рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком ради спасения, и вочеловечившегося, и распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вознесшегося на небеса, и сидящего одесную Отца, и снова грядущего во славе судить живых и мертвых, и в Духа Святого, Господа и Животворящего, от Отца и Сына исходящего, с Отцом и Сыном, достойного принять поклонение и прославление, говорившего через пророков, и в единую, святую, христианскую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Слава Господу! На этом сегодняшнее служение завершилось. С нетерпением ожидаем вас в следующее воскресенье. На этом месте были рады видеть вас. Желаем благословенной, успешной недели. Господь да пребудет с вами, с миром Божьим.